Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео на устройство информационный характер. Сегодняшнее видео по новому буксу по сбору дашкоинов. И в этом видео я хочу в режиме онлайн сделать вывод на Faucet Pay. Друзья, здесь можно перевести вот на русский язык. Вот здесь кликаем и переводите. И админ сообщает, что устраняются неполадки всякие. И рекламки пока вот у меня... Вчера не было рекламки, я не просмотрела. Сегодня тоже как будто одни видео есть только. Вот. А кошелинок этих нет. Но тем не менее у меня на балансе набрано 53 тысячи. И я поставлю на вывод. Кликаю вывод. Показать, что в режиме онлайн, что платит инстантом. У меня стоит FaucetPay уже по умолчанию. Адрес кошелька прописан. Сюда я прописываю сумму. Обратите внимание, друзья, вручную. Раз, два, три. Три нуля и 53. 53. Сюда я пропишу пин-код. Он высвечивается. И пока поставлю на паузу, после продолжу. Я нажала отправить. Загорелась зелененьким. Теперь нажимаем историю. Финиш. Переходим на Faucet Pay. Я последний раз выводила 10 числа. Вот этот Dash PTS. Я перезагружаю. Сегодня у нас 12-е. Перезагружаю. Обновляется. И, пожалуйста, ну, с учетом комиссии, 52 тысячи Сатош Dash прибыло 12 ноября. Платит инстантом. Далее, что можно делать с этими Сатошами Dash? Их можно менять, друзья, на любую криптовалюту, которую вас интересует. Вот здесь Coin, вот эту вкладочку нажимаете. В самом кошельке Faucet Pay есть обменник. Мы собираем, например, криптомонету Dash, да? Значит, мы отдаем. Что мы отдаем? Ну, например, Dash. Да? И какая нам здесь кликаем. Вот у меня дашкоины мои. И какая криптовалюта нам надо. Эта криптовалюта в Ethereum стоит. Если мы хотим на биткоин, столько будет биткоинов. Если мы кликнем сюда, они переведутся, конвертируются в биткоин. Если вот, например, в лайткоин, это уже, извините меня, неплохо, да. Я буду менять Dash на лайткоин, а лайткоин уже потом на биткоин. Вот таким вот образом переводить криптомонеты. Это для тех, кто не знал. Ну и, естественно, есть Dogecoin. Так, Doge, где у нас? Dogecoin, если вы хотите. 21 Dogecoin это. И вот таким вот образом. Вот. Можно менять, как бы собирать криптовалюту. Ну, в принципе, на этом все. Будем ждать, когда сайт наладят, настроят. И уже будем работать в полную силу. Так сказать, подождем. Вот. А так сайт в целом и неплохой. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.